28 школьников из Мэрил сегодня отправились в Москву. Послезавтра ребята примут участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском дворце. В планах не только участие в празднике, но и культурная программа. Они посетят Дарвиновский музей и исторический музей. Среди счастливчиков, которые побывают на главной елке страны, победители олимпиад, дети-сироты, ребята из приемных и многодетных семей. Для меня это очень-очень волнительно. И я с нетерпением жду этой поездки. И меня наградили за успехи. И очень-очень рада, что выдвинули именно меня из нашего района от нам. Я думаю, что это будет незабываемое для меня путешествие. Я живу в маленькой деревеньке и думаю, это шанс на миллион. Провожали ребят на кремлевскую елку торжественно, с концертом и напутствием педагогов. В делегацию от Республики Мэрил включены 28 детей. Среди них победители республиканских конкурсов, олимпиад, отличники учебы, воспитанники детских домов, школ-интернатов, дети из всей республики, и городские, и с районов. Делегация республики посещает кремлевскую елку уже на протяжении больше, чем 10 лет. И нам всегда чего-то не хватает. А тут мы решили как-то выделиться, чтобы отличалось, чтобы какое-то праздничное настроение было. И решили изготовить такие шарфики. Домой школьники вернутся уже 28 числа.